Сегодня мы высаживаем здесь, в Красногорском районе, 10 тысяч саженцев. У нас здесь будет смешанный лес, это сосна и дуб. И мы восстанавливаем площадь порядка 6 гектар, которая была, к сожалению, повреждена жуком-короедом. Этим мероприятием мы хотим показать, что планета сейчас как никогда нуждается в реальных действиях и от человека. И мы выходим на территории, которые требуют восстановления. Для того, чтобы нам жить в здоровой среде, мы обязаны сохранять, восстанавливать, восполнять те утраты, для того, чтобы мы могли передать здоровую и чистую планету нашим будущим поколениям. В рамках этой акции сегодня, посадки деревьев, мы стараемся внести свой вклад посильный в восстановление экосистемы леса, которая крайне важна для сохранения тех климатических условий, которые имеются сейчас, и предотвращения дальнейшего ухудшения, дальнейшего необратимого изменения климата. То есть, ну а также для сохранения биоразнообразия экосистемы леса, для того, чтобы те виды флоры и фауны, которые живут в лесу, могли бы дальше сохраняться и существовать.